одна из трех школ, которая в 2018 году вошла в проект «Школа старшеклассников». Мы полностью перестроили старое здание, весь комплекс построен под инженерные дисциплины. Вот это одна из первых лабораторий, это как раз инженерный класс. Дети занимаются здесь в рамках своих практикумов, в рамках лабораторных работ по физике, холл, зона отдыха. Здесь вместо расписания поставили интерактивные стенды для детей, информационная панель, на которой вводятся рейтинги, текущие мероприятия, ну вся актуальная ежедневная информация. Трансформируемая рекреация с легкой стеклянной перегородкой. Здесь у детей зона отдыха, зона самоподготовки. По вечерам собираются, играют в настольные игры. Для старшеклассников удобное пространство и позаниматься, и отдохнуть. Совместно с Швейцарией и Германией нам установили на крыше школы учебный блок солнечных батарей. Дополнительно сделали два спортивных зала для детей. Зал тренажерный, второй аэробики. У детей есть возможность во второй половине дня заниматься тем, что им нравится. Здесь у детей есть возможность познакомиться с ручной обработкой материалов. Есть огромный спектр станков. От современных высокотехнологичных с числовым программным управлением. И заканчивая вот таких маленьких, которые позволяют делать реально миниатюрные, точечные, но качественные изделия. Мейска. Мы можем снять цифровую копию с подобного объекта. Дальше мы выходим на фотополимерный принтер, позволяющий нам получить мастер-модель с достаточно высоким качеством передачи поверхности. Ну и здесь мы занимаемся более современными технологиями, вот композитные технологии. Мы с ребятами собрали здесь два вот подобных проекта, поучаствовали в трех соревнованиях всероссийских.